Привет, друзья. У меня была зарядка Apple или от Apple на 20 ватт для iPad. Вот я ее вскрыл, она перестала работать. Еле-еле вскрыл, пришлось плавить ее, чтобы открыть. Вот я достал этот модуль сам. Вот он. Свет дам. Все чистенько, аккуратненько, блин. Что может было выйти здесь из строя? Тут две емкости, трансформатор, еще пару емкостей и процессор управления зарядкой. Вот оно. И маленький небольшой предохранитель, который вышел нафиг из строя. Вот он. Я его выпаял. Он здесь стоял. Вот такой предохранитель. Теперь надо вставить туда другой. И все будет работать. А предохранитель стоит на один. Не знаю, вам не видно, но мне видно. На 1,25 ампера. Это вообще слабенький, так сказать. Да хотя, может, для зарядки, наверное, то, что надо. Ну, либо на 2 ампера поставить скачки в электроэнергии, и все. И кранты ему. Сейчас заменю, попробуем, как работает. Вот, нашел предохранитель. Почти по размерам такой. Сейчас попробуем его сунуть сюда. Посмотрим, что получится. Ну вот, стал как родной. Сюда. Сейчас запаяем его. И все. И блок питания готов. Ну вот. Почти все. Предохранитель на 2 ампера. Был на 1,25. Специально ставят, чтобы почаще люди покупали. Ой, залил пластиком сейчас. Придумаем корпус. И все работает. Вот такие умелые ручки. Ну вот и все. Зарядочка готовая. Надо пальцы очистить только от грязи. Вот так вот. Поменять предохранитель. Час работы. Apple. Сделано с умом.